умершего в одиночестве Джигарханяна похоронят чужие люди. Армен Джигарханян умер в больнице на 86-м году жизни. Отправили его туда друзья. Судя по всему, им же придется и похоронить актера. Первая жена артиста, Алла Вановская, умерла в психиатрической больнице. Вторая, Татьяна Власова, уже давно живет в Америке. Там же, где и пасынок актера Степан Джигарханян. Кстати, в 1999 году и сам актер получил грин-карту по квоте правительства США для выдающихся деятелей искусства. Но сегодня из-за закрытой границы пандемии коронавируса приехать в Россию его родственники, скорее всего, не смогут. По причине пандемии COVID-19 посольство США в Москве рекомендует гражданам США не ездить в Россию. Российская Федерация относится к числу стран, в наибольшей мере затронутых пандемией, но возможности системы здравоохранения ограничены, и адекватная помощь может быть недоступна повсеместно. Гражданам США с туристическими визами, у которых имеются родственники в России, обычно не разрешается въезд по действующим правилам в отношении COVID-19. Об этом говорится на сайте американского посольства. Третья жена актера, киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, посещать панихиду и участвовать в ее подготовке тоже не будет. На похороны его идти я не планирую. Во-первых, он сам не любил эти траурные мероприятия. Во-вторых, я меньше всего хотела бы видеть его в гробу. Хотела бы запомнить своего Джигочку живым, здоровым и веселым, пояснила она. Таким образом, все скорбные заботы лягут, вероятно, на чужих людей. Театр, которым руководил актер с 1996 года, и его друга Артура Согомоняна. Посильную помощь, вероятно, окажет и посольство Армении в России. Актер будет похоронен 17 ноября на престижном Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Леной. Напомним, причиной смерти Армена Борисовича стала остановка сердца из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний. Вечная память навсегда останется в наших сердцах. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.